Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, перед нами находится телефон Oppo Find N2 Flip, и сейчас мы разберемся, как сбросить лицензии DRM с данного телефона. Итак, для начала мы заходим в настройки, после чего переходим в раздел пароль и безопасность, и здесь у нас выбираем безопасность системы. Выбираем хранилище учетных данных и удалить все пользовательские сертификаты. Нажимаем ОК, подтверждаем это графическим ключом, и на этом все. DRM лицензии были очищены. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!